Подтверждаю время и место. Ждите звонка. Встреча в Осло планировалась с надеждой наладить диалог между Палестиной и Израилем. Если ничего не выйдет, многие пострадают. Мой план переговоров может помочь. Зачем мне принимать вашу помощь? Вам нужно уединенное место для встречи с палестинской стороной. Я никогда не был с израильтянином в одной комнате. Эти переговоры должны пройти в тайне. Секретный канал связи между Израилем и Палестиной. Советник вашего министра всего лишь социолог. Вы мой первый еврей. Для моей страны вы террористы. А для моей страны вы нация дикарей. Мир отстранился от этого конфликта, потому что не верит, что вы готовы измениться. Ваша страна разделила мой народ! Соглашайтесь или уходите. Это поможет заключить мир, или ничто уже не поможет.